Бобруйском горосполкоме подводят итоги социально-экономического развития города за полгода. По многим направлениям специалисты отмечают положительную динамику. Чистая прибыль за 5 месяцев возросла в 11,5 раз. Темпы инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 10%. Промышленный комплекс Бобруйска в первом полугодии обеспечил выпуск четверти объемов Могилевской области. Произведено продукцию на сумму 1,4 миллиарда рублей. Это 107,5% в фактическом выражении к аналогичному периоду прошлого года. Эффективно сработали по всем показателям Бобруйск-Сельмаш, завод биотехнологий и Бобруйск-Трикотаж. Отмечается рост экспорта услуг 114% при задании 102. Активно расширяет рынки сбыта Бобруйск-Громаш. Предприятие делает ставку на Африку и Азию. При этом львиная доля поставок техники от косилок до пресс-подборщиков идет в Казахстан и Россию. Для обеспечения роста объемов производства экспортных поставках в настоящее время проводится ряд мероприятий по достижению конкурентоспособной цены. В этом году значительно увеличилось финансирование и на капитальный ремонт жилфонда. Если в прошлом Бобруйске отремонтировали 14 многоэтажек, в этом в планах 21. Отдельное внимание и строительной отрасли. В 2023 в городе ввели в эксплуатацию более 8,5 тысяч квадратных метров жилья. Квартирный вопрос благодаря господдержке решили около 13 многодетных семей. Хочу обратить внимание, что в 2023 году для военнослужащих и приравненных к ним лиц в рамках государственной инвестиционной программы планируется построить 198 квартир общей площадью 12 тысяч квадратных метров на общую сумму более 23 миллионов рублей. Что касается экономики страны в целом, в первую очередь хорошо сработала промышленность за счет продукции, машиностроения, электрооборудования и микросхем. Устойчиво работают сельское хозяйство и транспорт. Россия остается для Беларуси ключевым рынком. Все планы союзного государства реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось. Растет взаимная торговля. Вместе с услугами цифра приблизилась к 45 миллиардам долларов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.